Мы сейчас в Матвеевке, с вами Лара Светлова, и я впервые за 40 лет оказалась в Матвеевке, где проживают мои родственники. Двоюродный брат расскажет про замечательный родник Павел. Ну, тут живет по соседству вот на горе фермер Николай Попов. Вот он ухаживает за этим родничком, отделал его. Красоту такую сделал. Очень удобно подходить. Можно хоть из ведро набрать воды. А вон, смотрите, лесенку какую сделал. Ой, какие замечательные люди у вас живут, Павел, да. И качели там у них, ребятишки. И качели он сделал. Вот мир держится на добрых людях. И он называется не просто родник, а родник имени святых Кирилла и Мефодия. Основан... В каком году? 1900? В каком году? 1900? Ой, как интересно. Да, и можно здесь спокойно побеседовать. Основан в 1908 году, освящен... 902-м освящен 1908-м освящен. Ага, ага, здорово. Да, замечательно. Мы иногда сюда приезжаем, когда бывает, что воду отключают, ремонтируют, сюда с водой приезжаем. Ой, замечательное место, а он освящен. Вот, поэтому здесь, может быть, какие-то исцеления даже происходят, нет? Не знаю. Освящен, Замечательное место, спасибо.